Не вписался в поворот. В воскресенье ранним утром на улице Типографской областного центра произошло серьезное ДТП. Компания из 6 молодых людей возвращалась из ночного клуба. Водитель БМВ не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Никто в машине, по сообщениям очевидцев, не был пристегнут ремнями безопасности. Итогом происшествия стала гибель двух пассажирок иномарки. Водитель с места ДТП скрылся, сейчас он установлен, ведутся розыскные мероприятия. В данном случае действия водителя подпадают под статью 264, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.